Отставка за двойное гражданство. Второй паспорт обнаружили у заммэра ЧОПа Оскара Балага благодаря видео, которое распространили в интернете. Его сняли в пункте пропуска Захань. Там Балаг предъявил пограничникам красный паспорт гражданина Венгрии. После этого его машину осмотрели и без оформления документов, которые обязательно для иностранцев, пропустили. Оскара Балага в чопскую мэрию делегировала венгерская община в 2015 году. После беседы с сотрудниками службы безопасности Украины он уволился с должности.